Всем привет! Начинаем обратный отсчет. Уже все меньше и меньше дней нам тут остается отдыхать. И вроде бы уже и отдохнули. И даже устали от отдыха. Уже хочется просто полежать на диванчике, никуда не идти. Но идти хочется и надо. Потому что вот скоро же поедем обратно, и неизвестно на какой срок. Поэтому надо заставлять себя идти, идти, идти. Вот, сегодня как-то так поспокойнее. Все равно жарко, конечно. Но вот ночью так хорошо спалось, был ветерок какой-то такой приятный. Вот, мы спим на балконе, у нас большой диван. Ну, небольшой, но на двоих. Двойной, скажем так. На балконе спим, и мы даже не укрываемся, то есть вообще не укрываемся, но сегодня было приятно, воздух хороший был, так что старые книги продают. Ой, я у мамы книг набрала, запихала в чемоданы, только нечем проложить их, они же не будут в чемоданах там тарахтеть. Надо какие-то ткани, вещи. А вещи я тоже много привезла. Чемоданы были полные. Но увожу только наши вещи. О, пожалуйста, чуть не столкнулись, идиоты два. А увозим мы только наши летние вещи. Тут, и то есть их не так уж и много. Давай пройдем. Наше движение здесь оставляет желать лучшего. Вот. Поэтому вот уже начинаю собирать чемоданы потихоньку. Так, складываю, чтобы ничего не валялось лишнего. И понимаю, что книжек много, они тяжелые, а перекладывать их нечем. Вот, ну, ладно. Пошли мы по нашему маршруту. Вот это лето, в котором мы сидели несколько раз. Оказывается, он самый дорогой в городе. Еда там самая дорогая. Ну, мы там так прям много блюд не брали. Я там один ролл брала и коктейль такой по мелочам. Но все равно выходило немало. Знаешь, Астерас. Астерас. Все пляжи должны быть бесплатные. Вот. Единственное, что кто хочет взять там шезлонг, зонтик, тогда доплачивай. Все должны быть бесплатные. У нас пляжей много, один за другим. Патори, мне кажется, больше всего пляжи. Вот там, где горные города на ЮБХ, там они как-то из-за гор, там они как-то бухточками идут такими, там к одним легко подъехать, к другим нелегко, не знаю, в городской черте, там в Ялте все страшные пляжи, да подойти страшно. Мне не понравилось, когда мы там были, они нам дали там частную прогулку по набережной купания, но там купаться нам вообще не захотелось. А в Коктебеле нет. Были, а в новом свете мы были. Там маленький такой пляжик, как бухта между горами, вот этими горами. И куча людей, какой-то грязный, песка нет нормального. Какая-то такая тоже, видно, пыль вот эта. Не очень. А у нас там красота. Море, песок. Правда, одно время море съедало пляжи, прям несколько лет назад. Ну вот, не знаю, сейчас как-то появилось больше песка. Либо завезли, либо что-то с ними сделали. Да, День? А? Я же говорю, одно время море съедало пляжи. Сейчас как-то больше песка стало, нет? Или насыпали, довезли. Вот и тут у нас красиво все. Вся моя троица побежала купаться на банане, короче, ехать. Они обычно полчаса там ездят,
20 минут, 15. И сейчас они объявили, что едут 40-45. И это, близко бежит. Сдача, да? Ну, уже вас забрали, сказали, мы потом заберем. Все, давай, беги, аккуратненько. 300 рублей за человека. Вот они втроем, 900 рублей. Сейчас поедут. Поедут на 40 минут в этот раз, поэтому люди сразу собрались. Смотрите, сколько людей на этом пляже. А у нас пансионатский пляж, у нас мало, и мы лежим на шезлонгах, все. Вот. Сейчас они стоят в очереди на жилеты одеть. Я думаю, что они поместятся на это. Ну да, уже деньги заплатили, уже влезут на этот банан. Ну потому что мы ждем, потому что 15 минут это ни о чем. А 40 минут они сейчас поедут вдоль побережья, куда-то аж... туда за мыс, там будут нырять. Я, кстати, никогда не каталась на банане, и у меня сейчас желания нет кататься на нем, честно говоря. Ну, не знаю, вот как-то что-то у меня не возникает такого желания. Может, на плюшке, но вот я не хочу держаться вот за это вот все. Вот, если просто сесть куда-то, чтобы пристегнули с ветерком, а вот это вот не отдохнешь, нужно цепляться, держаться. Так, ну что, мои уже зашли. Еще стоят. Что-то мне уже кажется, они туда не поместятся. Так, это Жора пошел. Что я не вижу никого. Удень и ярко-оранжевые шорты. Пока не вижу. В общем, раз заплатили, то уже поедут точно. Сейчас будем смотреть. А, все, я вижу, Деня залез. Ну, куда-то их, что ли, в середину посадили. А, нет, с краю, наверное. Ну, сейчас быстро их укомплектовали. Он Жорко лезет. А Лиза где? А Лиза где? Не знаю. Запрыгивает. А, все, Деня руку подал. Все, зашла. Все, они подряд сидят друг за дружкой. Нормально, да? Ага, все, сели. Отлично. Машите. Смотрите, какое сегодня море. Я уже показала. Очень красиво сегодня. О, Маша. Приезжает, и они с Деней каждый раз, когда он здесь, они едут сразу. Лиза в прошлом году, нет, в прошлом году, они с Деней на парашюте. И даже есть видео, надо его, может, найти и выставить, в конце концов. Но в этом году Жорик хочет. Посмотрим, если они поедут, получится у них. Летели. А что я
Надеюсь, что не сгорят они там сегодня. Они будут купаться. А этот стоит, там даже не падает на банане. Проводник. О, идут. Идут какие-то суровые. А тут же все связано. А что вы такие какие-то угрюмые? Вам что, не понравилось? Аж на пути в этой, там мы стояли. Это эволюция. Ну, и что, вы там плавали? Да. Лизка, ты тоже ныряла с ушами? Нет, Лизка пошла. Да. Мы заплыли туда, это все, что было, это купание. Это. Да? И то есть вы сильно не ездили, просто купались? Заплыли туда, это стали вот тут напротив, все, и стали, приехали. Ну, что, мне кажется, меньше, чем 40 минут. Ну, может, и меньше. Меньше, да? Ну, не знаю, у нас же... Жорка, тебе понравилось? Ты купался? Фильм, если хочешь, за 500 рублей. За 500 рублей? Да. Глубоко было там? Не доставали вы? Ну, вот это мы. Там за, аж за этими островками, что мы катались с Аней туда и Матесом. Ну, я уже не помню. Я аж за... А там тоже есть островки с горками, что ли? Напротив эволюции, да. Ну, смотри, сейчас же горок нет особо нигде. Ну, мы на них это не катались, а мы за горками в открытом море. А ты думаешь, если ты доплыть больше, до горки, ты можешь плавать? Там волна. Волны, да? Да. А тут нету. Уносит. Я сиганул, я и так нырял, и так сиганул. Вынырял, а панам мимо меня так да. Уносит. Ты прыгаешь и сразу тебя это... Ну, а залезать на банан же тяжело? Ну да. Меня подтягивает там. Если меня подтягивало, мне все царапало. Она мне так взяла за жилетку, и так... Я подцарапала.